Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Cantona, и сегодня очередные СБЧ претенденты команды года. К сожалению, до конца остается 33 минуты, я еле успеваю, прыгаю в выходящий поезд. Соответственно, здесь дают золотой 1 премиум набор, игроки в лиге Сантандер 1, это, соответственно, тот, кто у меня был в запасе. Игроки, с одной стороны, максимум 4, лиг минимум 2, общая рейтинг команды 68 и сыграно 75. Я не буду заострять внимание на конкретных игроках, скажу лишь, что здесь я воспользовался одним игроком из испанского чемпионата, который у меня был в списках. Всех остальных я взял из Англии 2, один игрок из Англии 4, просто так впихал, потому что, ну, как бы некуда было его девать. Соответственно, мы видим, что у меня есть 4 английских игрока. Здесь даже можно сделать, сейчас попробуем, даже круче сыгранность, поставить сюда. И, соответственно, тут уже разные: Португалия, Ирландия, Гана. То есть, ну, тут вариантов много. Я думаю, вы сами видите, что само испытание, ну, оно довольно-таки простое. То есть в нем ничего сложного нету. Поэтому я просто отправляю, подтверждаю и, как обычно, открываю набор золотой премиальный. Смотрим, что нас в нем ждет. Соответственно, это 12 предметов, 10 золотых, 3 редких. Не очень дорогой набор. Ну, конечно же, в любом случае хочется, чтобы какой-то выпал бомбический игрок. Ну, редкий, хотя бы редким уже неплохо. Испанец, центральный защитник из Вильяреала. 82. Не самый худший вариант. Ну что, ребят, испытание выполнено. В принципе, ничего такого существенного не выпало, но зато я показал вам, как выполнять данное испытание. Если оно вам было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и играйте в FIFA 18. Всем пока, увидимся на стриме в ближайшее время.